Сложно было, но слава богу, что победили. Поэтому я очень рад, и команда рада, что это все-таки, я так понял, первый раз в истории Кубани в 1-2 да, полуфинале. Поэтому слава богу, что все получилось. Спасибо всем болельщикам. Поэтому все супер, настроение отлично. Сейчас, конечно, надо также готовиться на Мордовию. А ЦСКА в апреле, я так понял, будем играть лучше. Сейчас чемпионат надо переключаться. Надо также продолжать играть.